В эфире Петровка 38, в студии Михаил Шептун. Здравствуйте. Припарковаться на 500 000 рублей в центре столицы полицейские задержали мужчину, который не мог пройти мимо дорогих иномарок. С помощью спецоборудования он отключал сигнализацию и вскрывал авто. Но не для того, чтобы его угнать. Машину он оставлял на месте, а вот из салона забирал все, что представляло ценность. В одном эпизоде преступнику крупно повезло. В полицию от жителя Подмосковья поступило заявление о краже из автомобиля BMW, припаркованного на Пресненской набережной. Полицейские установили, что неизвестный, находясь на автомобильной парковке, похитил из багажника автомашины рюкзак, в котором находились денежные средства, портативный компьютер, различные электронные устройства, а также рабочие и личные документы. Общий материальный ущерб составил 517 тысяч рублей. Полицейские установили, что задержанный 40-летний житель столицы причастен еще как минимум к одной краже. Из машины 26-летнего москвича он украл ноутбук и личные вещи на 100 тысяч рублей. На время следствия подозреваемый останется под арестом. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.